Нерентгенские хирурги впервые удалили камни из желчного протока методом лапароскопии. Ранее такую сложную операцию выполняли только в медучреждениях регионального уровня. Сергей Козюра расскажет подробнее. На днях в хирургическое отделение Нерентгенской центральной районной больницы госпитализировали пациента из поселка Чульман с диагнозом желчекаменная болезнь – холедохолитиаз, механическая желтуха. Сложность ситуации заключалась в том, что камни находились не в желчном пузыре, как это чаще всего бывает, а в желчном протоке. Он мог быть перекрыт в любой момент. Хирург Нерентгенской центральной районной больницы Сергей Пешков принял решение оперировать лапароскопическим методом. Лапароскопия представляет собой операцию с небольшим надрезом. Через него вводят специальное оборудование, а вся информация отображается на мониторе. Врач вынимает камни, а на травмированные участки, то есть сосуды, накладывает скобы. Опыт и квалификация врача, имеющиеся в больнице оборудование, дали шанс на успех в сложнейшей операции. То, что нужно было убрать именно камни из желчного протока, потому что в норме у человека желчный проток он 6 мм всего, достаточно тонкий. Ну а в связи с тем, что там находятся камни уже у этого пациента, он, конечно, был расширен, но тем не менее, это очень нежная структура. После лапароскопического вмешательства практически отсутствует болевой синдром, снижается риск осложнений, сокращается период нахождения пациента в стационаре. По сравнению с тем, что было, можно сказать, ничего не болит. Можно даже бегать. Так. Следует добавить, что хирургическая служба Нерентгенской центральной районной больницы является пионером малоинвазивных методик в республике. Первые в Якутии операции с использованием новейших технологий проводились именно здесь. 2 года назад была выполнена операция удаления камня из мочеточника. Год назад они с помощью лапароскопической той же методики оперировали перфоративную язву желудка. Нерентгенские хирурги заверяют, что практику лапароскопии продолжат. По их мнению, жителям необходимо оказывать самые современные виды медицинской помощи. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Аяла Мосов, НВК, Саха, Нерентгри.